Видео, доска. Итак, мы установили нашу конструкцию, состоящую из каленого стекла и двух штативов. И она примерно имеет вот такой вот вид. Собственно, здесь, в библиотеке, на чистом прудном бульваре в Москве, сегодня вечером будут снимать социальный видеоролик, ну, где какой-то рисунок будет, какая-то схема будет присутствовать. Значит, доска у нас состоит из вот таких вот штук. Стол отдельно. Вот, собственно, маркеры неоновые, флуоресцентные. И доска. То есть она сейчас светит синим цветом. Можно изменить здесь на контроллере. Можно поставить другой цвет. Например. Ну, камера не улавливает, только человеческий глаз. Вот сейчас зеленым. Просто синим маркером написано, поэтому, ну так вот вообще можно сказать без подсветки, вот так с подсветкой. Это сейчас зеленая, по идее. Вот, и можно еще сделать вот так вот. Это синяя, мигает, ну камера не улавливает это мигание почему-то. Давайте оставим какой-нибудь. Просто синий цвет, как и был, зеленый, фиолетовый. Такой бирюзовый цвет. Собственно, вот так вот это выглядит. Обращайтесь, заказывайте в комплекте маркеры, возможно, доставка, сервис, обучение, моющий пылесос Керхер для стекла в подарок. И, конечно же, консультация, как снимать на такой доске. Получаются очень крутые видеоролики. Примеры смотрите на нашем сайте.